снегоотбрасыватель партнер, замена ремня привода шнека. Сняли крышку вот эту вот, два болта открутили с одной стороны, с другой. Вон сюда вот они вкручиваются. Все, вот он ремень. Вот такой вот. Сейчас будем его менять. Откручиваем два болта, которые крепят вот эту часть к двигателю, и половиним его. Вот один болт и вон второй болт. Так, все, ремень поставили, болты назад закрутили. Единственное, вы когда снимаете, он снизу цепляется и располовинивается. Эта часть сразу же, эта часть отъезжает, поэтому подставку какую-нибудь можно сделать. Вот у меня тележка лежала. Ну и все, потом надеваете нижний, цепляете, и потом цепляете на верхние ролики. Все, потом собираете.